пора домой. Уезжаем. Но не домой, а вешенок посмотреть. Народу много здесь. О, а я пойду вот в этот лес. За рядовками. Пока. Народу здесь полно. Попадается много разных грибов, маховиков. Но вот эти дымчато-серые рядовки попались. Целая полянка. Времени маловато. Хочется в другое место, но придется их посмотреть. Вот. Вот дяденька грибник ходит. А я еще полянку нашла. Тьма этих рядовок. Тьма. Надо уходить. Вон дяденька. Их тут видимо-невидимо. Дяденька насобирал тоже ведро. С собачкой ходит. Но я его не стала уже снимать. Вот, видимо-невидимо, целые ряды. Я уже ведро свое насобирала. Рядовки рядовками, ну вот это красота, и цвет даже виден. Подожди, мне не хватит. У меня народу много. Перебирать их не надо, белые. Замочил, да и все. На завтра работа. А вот под осиной у твоих целая корзина. Это мне надо будет справиться еще. Ой, какая красота. Он мешает мне снимать. Я бы что-нибудь приятное сказала. Он пристал, что ему очень много грибов. Ну вот они везде. А вот эти красивые. Так испугалась, думала, рядовки мои. А это просто белые поганки такие. Их тут тьма. Не видно в камеру. Вот их. Вот такие вот они. Вот какие. Это ложные рядовки. Их тут видимо-невидимо. Сейчас приду. У меня тоже есть. Их везде полно. Не знаю, что будем делать. Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут злые холода? Да-да-да, тебя нет. Теплого платочка, а у меня нет зимнего пальта. Вот представьте, сколько тут грибов. Это мрак. Вообще, они чистенькие все, хорошие. Рядовка дымчато-серая, классный гриб. Нахальные грибы, а этот скромно стоит мой зонтик. Не забыть бы его взять. Черт, это блеск, а не черт. Вон сколько рядовок. Видимо-невидимо. Вон там еще, там немножко. Все четыре стороны. Вот я вокруг смотрю, они на все четыре стороны. Это ужас. Еле ноги унесла от этих рядовок. Думаю, да, я сниму хоть этот прекрасный гриб. Там оказались еще вот такие вот рядовки. Дымчато-серые. Я уже вздыхаю. Но с ними работы не очень много. Их просто слегка почистить. Потом посмотреть на червяка, напополам разрез. Замочить. А на завтра можно уже готовить, варить. Всего лишь. Ой, какой кошмар. Столько грибов в лесу. А ты кто такой? А ты плетей оленей. Проверим. А, зонтик еще попробуем посмотреть. Но зонтики у нас будут по пути. Вот это зонтик.